Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня у нас с вами дегустация. Пробовать мы будем нашу стандартную смесь Зилгарус Кераньи Симоне, урожай 2021 года. Что хочется сказать по тому году? Год был не самый удачный, поздняя весна. Дальше уже всех нюансов я не помню. Помню, что нас еще град побил в тот год. И урожай был не в самых лучших кондициях. И именно в тот год мы попробовали ягоду подогревать. Я заносила весь наш урожай в баню. Там в течение, по-моему, суток двух виноград подогревался. Температура в помещении была порядка 45 градусов. Таким образом мы как бы ягоду дозаривали, уменьшали количество кислоты, увеличивали количество сахара. И еще нюанс по этому вину. Потом оно, когда бродило, мы ему не мешали. Более того, не особо у нас были там время, возможности. И оно было оставлено в деревенском доме. Стало прохладно, брожение остановилось. Затем, когда стало тепло, оно опять началось. И бродило оно до середины июля. Да. До середины июля. И где-то в августе уже оно было разлито в бутылке. То есть вот такая с ним история была. Ну и сейчас мы откроем, посмотрим, что же из этого всего у нас получилось. Первое, на что, конечно же, хочется обратить внимание, это на цвет. Ставлю в контровом освещении. Вот. Поболтаю, чтобы было видно, да, цвет очень яркий, очень насыщенный. Это вино урожая 21 года, у нас сегодня уже 23-й. То есть, на самом деле, ну, поскольку я работаю с этим вином уже много лет, то вот то, что мы его как бы дозарили, да, оно увеличило интенсивность цвета. Опять же, первое, что мы должны оценивать, запах, да, здесь я уже поболтала, но перед тем, как это сделать вам на камеру, я, конечно же, понюхала. Запах сразу яркий. Запах яркий, запах насыщенный, легкий и изобильный. Кстати, знаете, что я вот не помню, чтобы в Зилге сохранялся такой яркий аромат, но тем не менее, видите, чуть-чуть изменения в технологии, и все происходит совсем по-другому. Но, опять же, вот те, кто сравнивает с Изабеллой, Изабелла, он все равно такой бьющий. А здесь нет, он именно мягкий и нежный. Теперь пробуем на вкус. А вот во вкусе как раз таки изобельного аромата не ощущается. Ощущаются легкие тона черной рябины. И, кстати, знаете, что вот, ну, конечно, если бы у меня были урожаи еще каких-то предыдущих годов, ну, было бы классно вот так вот сравнивать. Но, к сожалению, наши объемы совершенно не позволяют это делать, потому что объемы не такие большие. Ну, конечно, выпивается, вот иногда там сохраняется бутылочка другая, чтобы попробовать через некоторое время. Так как вот мне кажется, что это вино, наверное, наиболее танинное. Да, хотя кто-то там скажет, что вот в гибридах там танинов нету. Нет, танины есть. И вот после глотка ощущение вот это вяжущее, оно во рту остается. Но оно мягкое, оно приятное, потому что танины бывают разные. И некоторое время назад я рассказывала, что вот хорошо свои вина сравнивать, в том числе и с магазинами, рассказывала, что пробовали мы Мальбек из Каора. Так вот, там было ощущение, что вот дубовый крой рот пополоскал, такие там были вяжущие танины, как по мне, абсолютно неприятные и неприемлемые, ну, это невкусное вино. Вот здесь как раз-таки получается гармония. Легкая кислинка, ну, такая приятная, гармоничная. Опять же, она очень хорошо балансирует со всей вкусовой ароматикой. И вот про Зилгу, про конкретно даже эту смесь точно могу сказать, что любая солененькая пища, типа вот мяско,
Полиндвичка, даже там, может быть, салка, бобла идеально сочетается с этим вином. И вот после вот этого солененького вино даже кажется такое сладковатое. Опять же, вопреки разным скептикам, которые там и к домашнему вину не очень хорошо относятся, тем более к вину из таких вот гибридов, да, из Лабруски, что эти вина долго не живут, ну смотрите, да, все-таки немножко у вина возраст есть. И оно прекрасно сохранило цвет, прекрасно сохранило аромат, кстати, в молодом возрасте оно тоже хорошо пьется, но тоже приятно гармонично, нет избыточной кислоты вместе с тем и нет ее недостатка, то есть все находится в нужном состоянии. То есть вино приятное, питкое, гармоничное, мягкое, при этом вполне имеющее потенциал хранения. Я, наверное, в прошлом или позапрошлом году тоже, когда смотрели мы этот же, ну это же смесь, там даже было только Зилга и Русский ранее, Симоне я делала отдельно, я показывала на приборчике потенциал. То есть где-то 3-4 года как бы прибор, да, бездушная машина показывала, что вино это вполне может существовать. К сожалению, по определенным причинам перестали поддерживать приложение, поэтому на сегодняшний день не предоставляется возможным посмотреть потенциал этого вина. Впрочем, даже невооруженным глазом видно, что вино еще вот находится в своем, скажем так, самом замечательном состоянии. Сейчас еще раз включим фонарик. Вот, чтобы это было наглядно, что говорят, что вот эти вина не могут терять цвет. Ну, смотрите, вот с цветом у нас здесь вообще все шикарно. Да, как будто оно вот совсем молоденькое. Оно, конечно, юное, да, но тем не менее определенный возраст у него уже есть. И тоже как-то были вопросы, вот посоветуйте какой-то виноград, ну вот такой вот, чтобы не было, как от этих лабрусок, запаха свеклы. Да нет здесь никакой свеклы. Свекла появляется, кстати, не только в лабрусках, свекла появляется там, где виноград делают по красному способу, но он не достиг фенольной зрелости. Вот тогда получается свекла, тогда получается недозрелые овощи. Если у нас все нормально вызрело, то и со вкусом все будет хорошо. Ну и практика показала, что вот это вот дозаривание, ну тогда мы повышали сахар. Фенольная зрелость уже была, но повышали сахар при нагреве. И вот практика показала, что, смотрите, вообще много танинов, ну много, они действительно есть, да, много краски, много всего, и все это замечательно сохраняется, при том, что здесь не использовано никаких консервантов, никаких антиокислителей. Кстати, вот сейчас, если чуть-чуть принюхаться, то даже, мне кажется, есть легкий аромат ванили. Он, конечно, тоненький, но, тем не менее, он присутствует. И вот мы с вами пока разговариваем еще немножко, я его поболтала. Изобильный аромат отходит на задний план, и во вкусе вот остается, как я сказала, черная рябина, наверное, еще и рога. То есть вот такие вот черные ягоды. То есть получается такое хорошее вино, в общем-то, можно сказать, что на каждый день. Я недавно это говорила и повторю еще раз, мы не претендуем на какие-то великие вина, да. Мы работаем с тем, что позволяют наши условия. И на самом деле они позволяют сделать вполне достойные вина, которые доставят нам удовольствие. Прекрасно это вино сочетается с легкой соленоватой пищей. Вот. А тут же соленоватый сыр, да, повторюсь еще раз, какие-то соленоватые мяски. Шикарно с этим всем сочетаются и шикарно дополняют друг друга. При этом потенциал хранения тоже есть. Не видно вам такие неплохие ножки здесь в бокале. Ну, много лет мы уже работаем с этим материалом. Всегда надежно, всегда стабильно. Но, конечно, мы совершенствуемся, да, совершенствуем наши технологии изготовления вин. И с каждым годом оно получается все лучше и лучше. Что
как бы из таких очень больших плюсов, это вот эти три сорта, которые мы здесь комбинируем, они достаточно неприхотливы, они всегда созревают в наших условиях, они не требуют никаких корректировок ни по сахару, ни по кислоте. И уж тем более свят-свят добавление воды. Ну и при этом вот при нормальном подходе они вполне могут жить. В то же время в молодом возрасте, вот только по окончании брожения, их также можно потреблять. И первые годы, ну, мы так и делали, брожение заканчивалось, чуть выпал виноград, и все, сразу же мы эти вина пробовали. Бывало, даже пробовали еще до Нового года, до выпадения винного камня. Тоже в это время оно уже приятно, уже питка, его комфортно употреблять, назовем это так. Ну, я уже говорила и повторю еще раз, что первое, вот, был легкий изобильный аромат, сейчас он отошел на задний план, даже практически его не чувствуется, а чувствуются черные ягоды, ирга и черная рябина. Приятный мягкий танин, приятное легкое питкое вино. Ну, как показывает практика, да, уже не одного года, что имеет потенциал хранения. Конечно, смысл там хранить его 5-10 лет, наверное, нету. Но год 2, я думаю, что даже и 3, оно вполне выдерживает. И прекрасно себя чувствует. Будет возможность, подержим еще дольше, посмотрим, как оно будет развиваться. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!